Итак, у нас сейчас финал лузеров. Играет Удуванчик против Джошера, который только что победил меня. Вся надежда на то, что не зря. Будем смотреть, кого пикнет у нас. Дуванчик, скорее всего, будет Кана. Скорее всего, Предатор будет. Ну, я сомневаюсь, если честно, что будет Предатор, потому что Кану... Предатору более-менее готов Джошер, и это, наверное, Дуванчик почувствовал по предыдущей игре. А вот с Кану Джошер вообще не играл, то есть от слова абсолютно не был у него наигран матчапов с Кану. В отличие от моей Кейси. Сейчас будет у нас баттон-чек. У него шарики есть. Чё, поехали? Да. Поехали. Я думаю, тут у любого мужского персонажа есть шарики. Нет, не у всех, у Sonic Blade нет. Ну, это естественно, она же не мужской персонаж. Откуда у нее шарики? Ну, знаешь, я тут за нее поиграл, и у нее есть шары. Ну... Шариков нет, а шары есть. Шары у нее есть, да. Так, у нас прошел ботан-чек, и сейчас начинается матч. Как я и говорил, Кану против Рептилии. Так, здесь у нас будет поковый... Ой, вот это да, вот это сетапы. Сразу же слился метр, но он заработанный как бы. Пока-пока оверхед. Так, шарик. Вот этот, эти сетапчики от Кана грязные, сейвовые. Бросочек в углу. Отличный бросочек. Так, Кану Бал, который после патча стал уже оверхедом, которым надо стоять. Кану побеждает в первом раунде. Криптили побежал, напоролся на блок, но не запанишил дуванчик. Медленный шар опять, непонятно зачем. Хорошая комба. Спешл, то есть бросочек. Оверхед. Напомню, что после шара с воздуха там можно как шар оверхед, и после этого можно законфермить в лоу, либо оверхед. То есть миксап получается. Хоть это и не конфермится на какой комбо. А вот личный канцел каннабала. Ну и... Дуванчик забирает довольно-таки уверенно первую игру. 2-0 по раундам. Как я и говорил, не знает сетап Джошера, поэтому сливает подчистую фактически. Вся надежда на то, что сможет он наконец собраться и навязать свою игру, вот как сейчас. Отлично законфермил метр. Вонь, шарик, пока-пока. Коленочка оверхед. Еще один шар экзовый. Хороший прессинг, еще один шар. Пока. Вот, ответ от Кану. Но коленочка 6 фреймов, напомню. Или нет? Нет, по-моему, не 6, она фреймов. Но довольно-таки быстрая. О, отлично засейвился шаром. От Кану Бала. 1-0 по раундам выигрывает Рептилия. Отличный. Перетерпел. Все сделал, как просто положено. Забайтил. Сбил армор. Так, одуванчик начинает прессить. Одуванчику, чтобы выиграть в данном матчапе, то есть с этим игроком, нужно просто начинать бить без перерыва. Так как не знает матчапа Джошера, он не сможет, не понимает, когда ему надо вылазить. Поэтому одуванчику просто достаточно бить без перерыва. Но все-таки влез. Зачем-то апперкот. Ну вот данный закончился. Как я и говорил... Так, как не знает матчап, под прессингом, не может выйти из этого прессинга, не знает, когда из него выйти, и сливается.
Джиширу надо играть более агрессивно. Надо перестать давать Кану мешать вот эти свои. Ну, это то, что как раз не надо было делать, ни в коем случае эти ансейвы. Разбил. Не получилось разбить армор, потому что у Кану довольно-таки хороший армор. Сетап с плевочком, с шаром. Опять-таки армор, который разбивает все, весь прессинг рептилии. Ну и скорее всего, да, ГГ. Дуванчик победил Джошер. Вообще не знаю, что делать с этим Кэном. Надо было мне проиграть, я-то знаю, что делать.